Просто как пример частной работы, да? Ну, например, вы видите, вот как бы мышца выпирает, да? Вот она. Но мы ошиблись, это не мышца. Это не только, вернее, мышца, вот она не болит. Это ротированные позвонки, вот видите, человек левосторонний сколиоз. В этом месте. Нижний грудной отдел, левосторонний сколиоз. Поэтому ребра тут приподнялись. Это ребра торчат. С ними у нас другой разговор. Ну, как пример просто. Вот, например, мышца, да, торчит. Она болит, воспалена, да? Значит, как мы с ней работаем? Вот, во-первых, точки крепления проходим, да? То, что я говорил с этим, как триггерные точки, да? Вот, например, здесь можно, здесь меньше болит, здесь больше болит, да? Значит, здесь мы просто продавили секунд 10 на вдохе. Задержали дыхание. Даем, даем, даем. И отпускаем. Вот эта точка, ищем, где у нее эпицентр самой боли будет. Ну, например, вот здесь, да? Не хватает пальца, да? Потому что это может быть целая зона. Это не только там точечка, да? Не хватает пальца, берем локоть. На вдохе предупреждаем, вдох. Надавили, держим. Читаем наговор. Потихонечку выпускаем воздух. Синхронизируем дыхание с пациентом. Вот он вдох делает, выдох. Вы подсказываете вдох. Выдох, медленный вдох и выдох. Мы понимаем эту боль, принимаем ее для себя с благодарностью. Ведь за что-то она была дана, зачем-то нужна. Но мы это никак не оцениваем, не судим. Была и была, ушла и ушла. Нам нет до нее никакого дела. Отпускаем ее с миром. Боль ушла, и от нее не осталось и следа. В это место запускаем энергию исцеляющей любви. Все полностью проходит, отпустило. И вдыхаем в себя через эту точку белый чистый свет, который распространяется по всему телу приятным теплом. Нам хорошо и приятно. Все, не больно, да? Отпускаем. Теперь, если все равно зажато, да, как мы делаем? Делаем методом релизинга. Вот взяли мышцу. И на себя потянули, потянули, потянули. Тянем, тянем, тянем. Это мы вот поперек ее, да? Она потихонечку выкатится так. Оп, и выкатилась. Знаете, как вот как по пальцу так. Раз, и выкатилась. Потом по диагонали, да, вот. Тянем, 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 ее тянем. Это я еще немножко быстро делаю, так помедленнее, по минуте примерно. Раз. В другую сторону. Раз она выкатилась. Ну, можно и вдоль. Если есть где взяться, да, то и вдоль тоже ее так раз вытягиваем. Она как бы у вас из-под пальца будет все время выкатываться. Так. Хоп. Так, потом методом постукивания, да, вот триггерная зона, она может быть такой вот. Прям вот шишка такая торчит, да. Да, прям берем, прям в это место кулаком со всей силы дубасим. Потом какой метод? Растирание и выжимаем, да, как бы эту мышцу, вот мы в длину, вот, выжимаем и растягиваем, отработаем только с одной мышцей. Где бы она ни была, здесь или, например, в плече, вот это ходили, 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 вот нашли, да, жилку, вот она идет, 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 где-то она тянет, где-то вот тут крепится, да, и вот тут крепится. Вот и прорабатываем также ее, да. Протянули в бок, протянули по диагонали. Вот так, прям конкретно ее надо найти. Она тонкая, с карандашек такая будет, да? Сюда, сюда протянули. Продавили место крепления, только именно, чтобы было больно. Вы у человека спрашиваете, где болит? Вот тут болит, да? Через боль. Давим. Через боль здесь вот нашли ее. Она, знаете, какая? Она может выскальзывать из-под вас. То есть вы надавили, а когда напряжение пошло, она как будто бы в нее вселился какой-то разум. Она начинает дергаться, начинает выскользять из-под пальца, вот так по-всякому, так раз, в сторону куда-то уходит, понимаете? Поэтому старайтесь двумя пальцами с двух сторон просто прямо ее только захватить. И на вдохе раз, и давим, давим, давим. Ну, опять наговор можно прочитать. В общем, со всеми мышцами, где такую нашли, да, например, в ягодице, вот нашли верхний пучок грушевидной мышцы, да, вот вы его нашли, и таким же способом вот вы его продавили сюда, продавили туда, глубоко, да, вот. По диагонали, где сможете схватиться, да, в длину, место крепления вот продавили,
здесь, да, место крепления вот здесь вот нашли, да, и прям вот эту точку проработали как следует. Середину этой мышцы, да, проработали как? Вот прям ее взяли, самая болевая точка. Надавили, раскрутили и сорвали перпендикулярно. То есть перпендикулярно этой мышце в бок. Также нашли, например, вот здесь мышцу, да? Так же раз проработали и в бок ее сорвали. Здесь неудобно надавить, да? Тогда человека чуть разворачивайте коленку в сторону коленку, в сторону вот сюда, вот сюда. Вот. И также прорабатываем эту мышцу. Вот. Среднюю часть, место крепления продавили, место крепления здесь продавили. Вот эти на грудной клетке, да, в общем, все мышцы вот так вот можно по таким способом проработать. А, ну и потом, да, и потом растерли вдоль мышцы, да, чтобы кровь убрать, и все уходит вот туда. Заканчиваем похлопыванием и встряхиванием. Вот эта мышца работает, да, встряхнули ее. Вот эта мышца работали, встряхнули так, продрожали как бы так ее с вибрацией. Закончили. Все. Вот так вот мы заканчиваем нашу процедуру. Клиент доволен и благодарен нам. До новых встреч, друзья!